Всем привет-привет! Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас 11 июня. Как вы уже знаете, у нас идет большая стройка. Ну, сейчас речь пойдет не о том. Сегодня пока еще нет у нас строителей. Они поехали закупать материал там или чего-то. Ну, в общем, их еще нет. Время у нас уже почти обед, они даже не появлялись. Короче, на закупе они сегодня. Приедут, наверное, только после обеда. А я сегодня занимаюсь огородом, в частности, картошкой. И смотрите, что я буду делать. Как? Вот так, наверное. Вся картошка усыпана колорадским жуком. Сейчас я попробую вам показать. Получится у меня так. Сейчас посмотрим. Я хочу обработать ее всю, собрать этих гаденышей мелких. Смотрите, что творится. Это просто жесть. Я не знаю, колорадский это или кто, но колорадский тоже есть. Я уже собрала в баночку. Сейчас эти кусты буду обрабатывать вот этой штучкой. Разведу ее по инструкции. Возьму сифон, все побрызгаю. Сейчас попробуем поискать настоящего колорадского, который я 100% знаю, что это колорадский. Вот он сидит, полюбуйтесь, смотрите. Целая семья сидит здесь. Любовь, морковь у них, понимаете. В общем, вот такие вот делишки с огородом. Молодежным у нас таких проблем не было. У нас там не было почему-то колорадского жука. Я еще удивлялась все время, когда покупали эту отраву от колорадского жука. Думаю, кому она нужна, зачем они ее покупают. А оказывается, это очень серьезно. Борьба с такими вредителями. Я вот взяла баночку вот такую. И туда их. И листья обрываю. Вон, видите, сколько уже насобирала. И туда их, короче, закидываю. Ну все, сейчас пойду разведу, опрыскаю, какие сильно поражены кусты. А может, все опрыскаю, не знаю. Пойду посмотрю еще сейчас ролик, потому что я точно не знаю, как это делается. Никогда не делала. Ну пойду что-нибудь сейчас заделаю. Смотрите, как они откладывают свои личинки. Вот так они поражают листочки картофеля. И потом оттуда, видать, вылупляются эти жучары. Вот такие листья я сразу обрываю и складываю в банку. Ну, все усмотреть не знаю, смогу или нет. Ну, что вижу, обрываю. Посмотрим, я сейчас травлю. Посмотрим утром, что будет. Если нет, значит, будем что-то другое предпринимать. Ну, думаю, наверное, сдохнут. Вот столько я собрала этих гаденышей. Не знаю, видно вам, нет? Ну, не так уж много, но и не мало для такого участка. Вот я вернулась на первые ряды, которые были сильно поражены. Которые были прям облеплены вот такими красненькими жучками. Видите, их вроде бы стало меньше. Или мне так кажется, или их стало меньше. Ну, посмотрим до вечера, что с ними станет. Попутно сразу дергаю траву. Пока... Кидаю между рядками, подсохнет, потом пройдусь, соберу. Участок небольшой, но пол банки собрала, вроде нет. И на листьях было штук, наверное, 12 листьев, были прям облеплены вот этой их икрой. Гаденыши такие. Ну вот почему-то вот этот раз, два, три. Третий ряд самопоражен почему-то. А вот туда ближе, ближе в ту сторону, там вообще нету. О, траву какую пропустила. Там вообще почему-то мало. Не знаю, от чего это зависит. Ну, в общем, потравила. Буду ждать результат до вечера. Строители завезли уже какие-то железные прутья. Видать, будут опалубку или что-то делать в этой яме. Не знаю. И куда-то опять смотались. А мы сейчас пойдем покупать панельки для душевой кабины.
Сказали, сегодня они им понадобятся. Сейчас я пойду приму ванну, переоденусь и пойду в магазин. Вас, естественно, возьму с собой. За ночь сколько воды пришло, блин, а? Ужас. Куда больше еще? Я думаю, вот так будет вообще. Вот сколько воды не хватает, что ли? Сейчас хотим попробовать насосом отсюда выкачать ее. Потому что им надо ставить, бетонировать там что ли, а из-за воды невозможно. Сейчас насосом попробуют. Вот так эти винты. Пусть лежит. Вот эти воды подземные. Они вот так еще близко пусть находятся здесь. Поэтому и в погребе всегда вода. Включи там эту. Кого? Вон, включи везде. Не работает? Нет. Что ли, сломался? Работает? Нет. Насос что-то никак не берет. Работает? Да, работает. Ну, пузыри-то здесь идут. Все, поехали. Все. Мат, включили. Не опять не работает. Да не это, блин. А, поплыл выше должен быть что? А, вот так. Что, не работает? Рюк, он работает еще гордится. Значит, я говорю, что в руку сломится. Не получается. Зачем? Кто выключил? А, поплыл, упал. Так, его трудно. Тайна. О, пошел качать, слава богу. Все, пробили, начал качать. Сейчас воду уберут. А, наверное. Да, мам, что там за яма? Ну, куда это вот? Листья кидают, потом перегнивает. Угу. Вот сюда сливается, поливается. Короче, все равно это перерождает. Ну, подождите, я вижу. Вот сюда ее перевоз воду. Воду сюда? Да, что зальет. Да. Тихо, кусты не сломать. Все, зачем туда? Нет, туда не надо. Туда не надо. Вот так, ага, вот так. Магазин уже сегодня отменился, переиграли. Завтра поедем, сразу все купим. Сегодня что-то у них пошло не по плану. Поэтому работа другая будет. Приезжал экскаватор, хотел грузить эту глину, что-то тоже не смог подцепить. Теперь придется им тоже вручную, наверное, увозить это все. Не знаю. Пока ничего не знаю. Идем смотреть. Время 6 уже у нас. Сегодня что-то работа идет помедленнее. Все что-то на нервах. Вот что сделали. Заливать, наверное, уже будут завтра. Ох,
с этой стороны бардак какой у нас. Не пройти, не проехать. Тут вот уже начали делать крышу. Но сегодня материал подвел, нету кое-чего, поэтому не доделают. Вот такой раскардаш в огороде. Немножко пострадали там мои огурцы. И лук вот здесь притоптали, но без этого никак. Мужики пошли на перекур, пьют чай, а я тем временем думаю, пока сниму, что они сделали. Ну, на сегодня, наверное, все. Буду с вами прощаться. Вышли они уже идут, блин. Буду с вами прощаться. Больше они уже, наверное, ничего такого не сделают. Вот это если доделают, то хорошо. Завтра покажу. Все, на сегодня все. Пока-пока. Лайки, комментарии. До завтра.